наше командування нас зрадило, покинуло. Варіантів було небагато. Ми вирішили здатися в полон. Боєприпаси закінчились тижнів три назад, то артилерія практично вже не працювала. Артилерійські підрозділи пішли працювати як піхота, виконували обов'язки вже на передньому краї оборони бригади. Вместе с мужем и некоторыми парнями из моей роты добровольно сдались в плен, когда нам наконец-то объявили о том, что такое возможно. Обращаются с нами хорошо, никто нас не обижает. Все, большая часть бригады добровольно ушла в плен. Сумасшедшие потери, уничтоженный город, разрушенная инфраструктура, разрушены семьи, жизни простых людей, военных. Мне 54 года, как бы рожденный в СССР, как бы совсем другие понятия у меня. Не должны славяне друг друга стрелять. Совсем не должны.